Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манохарам Банча калпатару вашки пасинду веваче, патитананг павоне бхавишнаве бью намо нама, мукан кароти бача ланг пангун ланг хайтигрим, жатки патамаханг банде парма анандамадвам, бриндави тулсиде бхипьяви кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катопадеш Гаурия Патраша Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дайям Сада Парибхавагна Бабиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапа Левхавад Дипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Джатпада Паллавана Качанда Маничатая Беспуриджи, токима пикабамаду, свадарш, пурна, нурагра, сасагра, сарамурти, сарадикама и кадам, карус. Шри Кришна Чайтанна, Прахунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна, Прахунитананда. Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита хужау канака бодату санкетаной кабитаро камала ятакшо вишам бару вижавару жугадхар мапало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушва Бадани Лакшми Джасача Бхакшаси Джасьясте Иде Самбихит Твам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рам Рам Хари Хари Бхаже Бхаже Камандана
самастапапхандханам, бхаже ваджай каманданам, самастапапхандханам, сабхакта читаранданам, садайванандананданам, садайванандананданам. Бхаже ваджай каманданам, самастапапхандханам, сабхакта читаранданам, садайванандананданам, садайванандананданам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Гуру сказал: настоящие гаудия преданные не требуют почета в свой адрес, не хотят пратиштхи. Они не ждут ничего взамен за то, что они делают. Не ждут вознаграждения за свои действия. Подлинные гаудия преданные не жаждут, не требуют пратиштхи. Special efficiency, but still, for any seva they are doing, they never want to get any return after that. Какое бы служение они не выполняли, они не хотят ничего взамен. They are always speaking that everything done by Gurudev. Напротив, они говорят, что все, что они делают, получается благодаря их духовному учителю. Все заслуги, которые они получают за то, что делают, они направляют на изначальный источник Радхарани, Нитьянанди. Еще Прабхупад говорит, что, возможно, они обладают какими-то особыми способностями, выдающимися способностями. Тем не менее, они не присваивают себе заслуг за это. Они говорят, все сделано Господом. И это настоящее, подлинное настроение гаудия преданного. Сколько бы не принесла плодов его проповедь, сколько бы он ни написал, он никогда не считает, что он сделал это сам. Он все заслуги присваивает Господу, направляет Господу. И он считает, что он ничего не сделал. Почему вы хвалите меня? За что? Я ничего не делал. Все сделал на Гуру Варгой. Это чувство, которое испытывает наша Гуру Варга, представители нашей Гуру Варги. Мы должны также развивать такое настроение. Мы все хотим почета, мы все хотим, всем хотим вайшнава пратиштхи. Все вы можете почитать меня, но она не коснется меня, потому что вся пратиштха, я знаю, что предназначена для моего духовного учителя, для моего Гурудева. У меня нет права принимать ее. Также я направляю ее своему духовному учителю, а мой духовный учитель направляет ее Прабхупаде, своему духовному учителю, а Прабхупад направляет Гуру Кишордас Бабджи Махараджу. И так она идет по парампаре.
А если вы ее примете, примете на свой адрес, вы пойдете. Если вы будете, точнее, если вы откажетесь от нее, вы пойдете. Если вы примете на свой счет, вы тоже пойдете. Мы поем баджаны, но не понимаем их значения. Мы поем, но не осознаем, что поем. Несмотря на то, что Вриндаван может быть перед нами, мы не способны увидеть его из-за занавеса. Шторы, которые отделяют нас от него. Тасабара панчарена мора панчаграс. Тут в этих строках говорится, что их пыль с их лотосных стоп — это наш прасад, это то, что питает все наши чувства, то, что должно питать. Но люди не понимают, что под этим подразумевается. Тасабара подарена мора панчаграс. Пыль с их лотосных стоп — это прасад, прасад для нас. Панчаграс означает то, что мы можем употреблять как прасад. Люди спрашивают, как это может быть, то есть, что это мы можем есть пыль со стоп вайшнавов. Каково значение этого? На самом деле, это очень сокровенное значение эти слова имеют. Тут говорится, что все наши органы чувств, каждый требует свое. Наши уши, глаза, нос хотят наслаждаться, требуют пищи. Поэтому мы вынуждены удовлетворять их, предоставлять им то, что они просят. Но в киртане сказано, что чувство делится на две категории — гьянендрия и кармендрия. Мы сейчас говорим о кармендриях. Пять гьянендрий — это глаза, которые постоянно хотят наслаждаться красивыми зрелищами. То есть они могут наслаждаться лотосными стопами вайшнавов, шести госвами, пылью с лотосных стоп, наслаждаться пылью с лотосных стоп шести госвами. Уши мои могут слушать славу о пыли с лотосных стоп госвами. Помните, я говорил о том, что когда мы увидим красоту пыли с лотосных стоп Рупа Госвамипада, в тот же момент мы поймем, насколько уродливы наши сердца. И по милости Рупа Госвамипада я смогу изменить свое сердце, так, чтобы и оно стало красивым, так, чтобы Кришна, сам Кришна захотел увидеть меня, чтобы я, мое сердце обрело сварупу прекрасной девушки. Язык может наслаждаться чаранамритой. Таким образом, глаза, уши, нос, язык,
все наши чувства, органы чувств. Могут наслаждаться пылью с лотосных стоп вайшнав. Я могу умощать пылью голову, вдыхать ее. Об этом здесь поется. Тасабара Панчарена Панчаграс. Вчера я затронул один важный момент. Мы должны извлекать знания, извлекать опыт из всего, что мы делаем. Варнашрама дхарма необходима для человечества. Удачливые дживатмы, которые уже достигли стадии парамахамс, для них нет смысла в варнашрама дхарме, потому что их сознание уже вышло за границы материального мира. И когда это произойдет с нами, больше не будет для нас нужды в варнашрама дхарме. Но пока мы находимся под оковами материального мира, мы должны следовать варнашрама дхарме. И у нас нет права, у нас нет права следовать правилам, которые даны для других категорий людей, имеется в виду для другого уровня развития. Бхагаван объясняет, что для того, чтобы урегулировать все общество, я вынужден был поделить людей на особые категории в соответствии с их качествами, в соответствии с самскарами, полученными дживой в прошлых жизнях. Совершенно неправильно, когда браман исполняет работу шудры. Общество не может существовать, общество не сможет развиваться, если в нем не будут соблюдаться правила. Низкорожденные люди не могут занимать управляющие посты. Человек, у которого нет ни знания, ни нравственного воспитания, не может занимать управляющие должности. Политические лидеры должны следовать, очень хорошо знать философию. Цари, они должны быть философами номер один. То есть, если такой лидер знает Бхагавата-дхарму, он будет лучшим из правителей. То есть, как минимум, они должны обладать моральными принципами. То есть, я даже не говорю о Бхагавата-дхарме, элементарными нравственными принципами. Бхагавата-дхарме следовал Парикшит Махарадж, Амбариш Махарадж, Притху Махарадж. Именно поэтому мы видим, какого огромного успеха они достигли. Министры, цари должны быть хорошими философами. То есть, как минимум, они должны четко осознавать положение вещей. Бхагаван хотел
Бхагаван разделил общество на четыре категории — брахман, кшатрия, вайшья и шудра. Но в наше время эта система поломана, то есть ей не следует. Шудра женится на брахманической девушке, девушке из брахманической семьи. То есть все осквернено, все нарушено. До тех пор, пока вы не обрубите материальные оковы, пока вы не выйдете за пределы материального мира, вы обязаны следовать варнашрама-дхарме. И четко понимать, как ей следовать и для чего ей следовать. И в конце концов вы сможете обрести знания. Не сегодня, так завтра. Вы обретете знания, следуя варнашрама-дхарме. Именно поэтому в Бхагавад-гите Бхагаван говорит. Гораздо лучше идти по своему пути, жить в соответствии, исполнять свой долг, но не перепрыгивать, исполняя долг других. Дживатма не получит блага, если она будет исполнять чужой долг. Исполнение собственной дхармы гораздо лучше. Чем исполнение чужой. Уклонение от собственной дхармы разрушит вас. Именно поэтому Бхагаван сделал четкие рамки для категории людей общества. Если вы следуете правилам, варнашрама-дхармы, вы должны оценивать, каков результат того, что вы делаете. В комментариях на Бхагавад-гиту Бхактивинод Такур говорит, какое бы жертвоприношение вы ни совершали, харикатху, киртан, в материальном плане, поклонение разного рода, распространение одежды, пищи. Бессмысленно, если вы не задумываетесь о том, каков будет результат. Если вы не ищете духовного блага, то это не принесет особого блага. Все, что вы не делаете, имеет какую-то цель. И в конце концов вы должны четко понимать, что вы получаете от того, что вы делаете. Сейчас я приведу пример, благодаря которому вы сможете понять, о чем я говорю. Иначе можно много говорить теории, но не факт, что вы ее поймете. Жил был один замечательный брахман. Но
Но он не занимался пуджей, как подобает браману, он занимался бизнесом. И он очень преуспел. Но развил большую привязанность к заработанным деньгам. Ни копейки он не тратил на благотворительность, не жертвовал ни копейки. Но ведь необходимо деньги затрачивать на членов семьи. Но браман был настолько скуп, что даже на членов своей семьи он деньги не тратил. В конце концов, семья его разгневалась. Он столько зарабатывает денег, но ничего не дает им. И однажды царь государства, где жил этот человек, отправил искать в своем королевстве воров. Налоговую послал, и это налоговое должна была насобирать много казны, много денег для царя. Однажды на этого человека, на этого брамана напали разбойники и все своровали. То есть даже не так, то есть царь все это забрал. Все, что у него было, в общем, у него забрали. Узнав об этом, семья начала оскорблять этого человека. Они были очень злы за то, что он не тратил на них, не давал им денег. И они прогнали его за его скупость. И так он остался с пустыми руками посреди улицы. Бизнес был разрушен. Домой не мог вернуться, денег у него не было. И он стал сокрушаться, куда идти, что делать, почему такое произошло со мной. Внезапно его посетила мысль. Возможно, это благословение Бхагавана. Почему я смотрю на это с негативной точки зрения? Возможно, в этом есть что-то хорошее. Возможно, Бхагаван доволен, но это благословение, что Бхагаван все это устроил в моей жизни. Так он утешил сам себя, он положился на татвагьяну, на знание божественное и стал размышлять. Мне уже больше 60 лет. То есть уже не за горами моя смерть. Что я сделал за всю свою жизнь? Я только ел, спал и все. Я не сделал
ничего, никакой благочестивой деятельности не предпринимал, не повторял Харинама. Я уверен, что Бхагаван все это устроил в моей жизни, потому что благоволит мне. Он сделал, чтобы я оказался в такой ситуации, для того, чтобы осознал, что у меня нет никого, кроме него. И он решил принять саньясу. Какой-то гуру дал ему мантру, и он получил триданда саньясу, что подразумевает под собой предание телу, умом и речью. И так он наказывал тридандой свою речь, свой язык, тело. И он достиг несказанного успеха. Порой Гуру Падма рассказывал мне эту историю для того, чтобы развить мое терпение, чтобы я мог вынести оскорбления от других и не унывал. Таким образом, нужно помнить об этой истории. Так вот, Браман, приняв саньясу, избавился от всех беспокойств. Когда есть голова, есть головная боль. То есть мы страдаем от головной боли. Нет головы, нет головной боли. И так он освободился от всего, что доставляло ему беспокойство, и стал спокойно жить. Он спал на траве под открытым небом, собирал бикшу, собирал мадхукари, просто никогда ничего не говорил. Просто подходил к домам с горшком, с емкостью. Ему что-то давали или ничего не давали. Он ничего не говорил. В три часа он разводил костер в уединенном месте и готовил что-то, предлагал стулоси, а потом говорил: «Бхагаван, сегодня у меня вот только столько удалось насобирать, это все, что у меня есть, я предлагаю это тебе». То есть все, чтобы он не получал, чтобы он не находил, он предлагал Господу. И порой он даже ел без соли, но всегда был доволен. Конечно же, всю эту ситуацию устроил сам Бхагаван. У него была камандала. Камандала — это емкость для воды. Порой над ним подшучивали и издевались. У него забирали эту камандалу, выливали из него воду. Кто-то еще какими-то грязными словами подшучивал над ним. Тем не менее, он ничего не говорил в ответ. Над ним издевались и хотели, побуждали его к гневу. Но он не отвечал. Он просто брал свою данду и камандалу и уходил. Над ним издевались, говорили: «А, лицемер, лицемер». Но он не реагировал. Кто-то плевал на него. Кто-то делал еще что-то. То есть над ним издевались. Все и каждый издевался над ним. Бывало даже так, что он долго готовил что-то для Бхагавана из того, что ему удалось насобирать. Насобирать в течение дня. Приходил какой-нибудь мальчишка и
ходил в туалет, в то, что он приготовил. В него кидались камнями, плевали в него, обзывали. Но этот браман не давал, никак не гневался, никак не отвечал им. Он не реагировал ни на плевки, ни на камни, которые летели в него, ни на обидные слова. Единственное, что он порой говорил, я отправлюсь к Яшоде и пожалуюсь ей. Я расскажу маме Яшоде, что вы доставляете мне столько беспокойств. И это все. Он, ну кто способен на такое? Кто может достичь такого уровня, такого терпения? Он в действительности вышел за пределы материальных рамок, когда мы смотрим на людей, как на, делим людей на мужчин и женщин, на другие телесные, по другим телесным критериям. Прабхупада говорит, что до тех пор, пока у меня сохраняется привязанность к материальным вещам, к чему бы то ни было, я не смогу повторять харинам. Если я привязан к телу, к своему телу, часто Прабхупада говорил об этом, до тех пор, пока мы привязаны к своему телу и к тому, что с ним связано, мы никогда не сможем совершать, повторять настоящий чистый харинам. А без настоящего чистого харинама как я смогу развиться? Прежде всего, необходимо принять прибежище харинама. Старайтесь помнить об этой истории. А теперь подумайте, как шесть госвами совершали баджан. Как это вообще возможно, такого рода, такой возвышенный баджан? Для нас это запредельно. Они не заботились ни о просаде, ни о отдыхе. Целыми днями они пели, танцевали и писали. Шанкапурвака. 24 часа в сутки они занимались служением. Потрясающе, чудесно. Мы даже поверить не можем в подобное. Каждую ночь они спали под новым деревом. У них не было такого мышления, о, замечательное дерево, буду всегда здесь спать. Нет, они боялись, что они привыкнут, что они привяжутся к комфорту, который дает им это дерево, это место. Они не заботились ни о том, что мы будем есть, где мы это найдем. Когда, то есть Бхагаван предоставлял им то, что необходимо, и они жили, полагаясь на это. Мы никогда не сможем отплатить госвами, шести госвами за то, что они сделали для нас, что они дали нам. Сейчас я хочу поговорить о том, вчера мы говорили о Гопалабхати Госвами, как из-за несравненной любви Гопалабхати Госвами проявился Радхараман. У него не было другого выхода, кроме как проявиться. И Радхараман настолько прекрасен, поразительно прекрасен. Гопалабхати Госвами был очень счастлив. Он сразу же начал служить божеству.
Гопал Бхатта Госвами редко куда-то выходил. Порой он ходил к своему Гурудеву, порой он ходил, посещал Санкет. Это то место, которое находится посреди Варшаны и Нандаграма. Я рассказывал об этом. Там поблизости прям Саровар. Позже мы поговорим о его славе. И там чуть подальше Санкет, то место, где Кришна играл на флейте для того, чтобы пригласить Радхарани, привлечь Радхарани. Санкет означает... призыв, то есть зов Радхарани, зов. Думаю, что Радхараман проявился на Вайшакха Пурниму. Сейчас мы поговорим о Банки Бихари. Это очень значимое божество во Вриндаване. По всему миру он знаменит. Он знаменит, каждый знает о нем по всему миру. Шесть Госвами открыли Рада Говинду, Рада Рамана. Но в конце концов эти божества ушли в Джайпур, Шринаджи в еще вот другое место, которое целые сутки от Джайпура находится, Надхадвар. То есть эти божества покинули Вриндаван. Практически все значимые божества Вриндавана были отвезены в другие места, в Джайпур, Надхадвар, Карали. Но преданные установили повторные божества, то есть и они в действительности едины. Это их тоже святые преданные установили, поэтому мы точно так же почитаем эти божества. Но как только божества ушли из Вриндавана, еще не сделали, еще не установили новые, остались храмы, а божеств не было. Так вот, Банки Бихари знаменит по всему миру. Вы знаете, кто его открыл? Харидас Такур. Не тот наш Харидас, а другой преданный по имени Харидас Такур. Его звали также. Его нашли в лесу божество нашли в лесу Нидвана. Сейчас там этот лес огражден, но в то время не было никакого забора. Итак, этот преданный был отреченным саду из Нимбарка Сампрадаи. Харидас Такур. И он очень много пел. Он был замечательным певцом. Настолько замечательным, что вы бы были потрясены, если бы услышали его пение пробуждало глубочайшие чувства. Я забыл сказать вам, что Рупа и Санатна слушали Харикатху от Рупгуната Бхатта Госвами.
Рагунат Бхатта Госвами, сын Тапана Мишры из Варанаси. Изначально он не был из Варанаси, он родился где-то здесь, в Бенгалии, но по наставлению Махапрабху он жил в Варанаси. Там особая лила. Почему Махапрабху так сказал? Гопал Бхатта был настолько удачлив, что когда Махапрабху посещал их дом, еще в детстве он служил лотосным стопам Гауранги, он их массировал. Помимо этого, он принимал остатки пищи Махапрабху. Даже Шанкар и Брамаджи не получают такой удачи. И о нем Махапрабху также сказал, что не жените его, пока... Пусть он получит образование. Варанаси — это место, где было доступно образование, то есть много учебных центров. Там жили пандиты высшего класса. Они обучали, так же, как в Навадвипе когда-то. Вся Навадвипа была наполнена пандитами. То есть тут все занимались тем, что учили, и учились. Это пишет Вриндаванадас Такур в читании Бхагавате. Тут обучали логике, веданте, Упанишадам. Навадвипа была настолько важна, как учебный центр. Как образовательный центр. Не было равного во всем мире Навадвипе. Такого места не было, как Навадвипа. Если... То есть, помимо Навадвипа, еще в Митхиле был образовательный центр. Тем не менее, если получали сертификат оттуда, он не мог сравниться с сертификатом. То есть, если ты не получил сертификат на Навадвипе, тот сертификат ничего не значил. Настолько значимый образовательный центр был на Навадвипе. Сейчас говорят, Навадвипа была как Оксфорд в Индии, то есть Оксфорд Индия. А я бы сказал наоборот, Оксфорд — это можно сравнить с Навадвипой. Как можно Навадвипу с Оксфордом сравнивать? Навадвипа трансцендентна. Итак, Тапана Мишра захотел обучить своего сына, чтобы тот получил образование. Джива Госвами Пад тоже получил образование в Варанаси. Ну, конечно же, это не так, что он получил знания вот именно тогда, когда обучался. И у него было вечное знание, уже присутствовало в нем. И также Бхактивинода Такур учился у Видьясагара, но это не значит, что Видьясагар наделил его знанием. Наоборот, скорее я бы сказал, что Видьясагар является учеником Бхактивинода Такура. Так же, как Махапрабху принял саньясу у Кешава Бхарати.
получил мандру от Кешава Бхарати, но наоборот, скорее Махапрабху дал мандру Кешава Бхарати. Таким образом, Варанаси было очень значимым местом, занимало значимое место в образовании. Там обучали Веданте, Упанишадам, Пуранам, Бхагаватам. То есть в то время, если кто-то хотел получить образование, все шли в Варанаси. И Джива Госвами Пад получил там образование. Мадхусудан Сарасвати был его гуру. Он был удивлен умственными способностями Джива Госвами. Мадхусудана Сарасвати был учеником Сарамбамба Тачари. Но все они изменились. Вначале они были майвади, а потом, встретив с Махапрабху, они осознали славу Харинама. Джива Госвами, получив образование в Варанаси после ухода отца и матери, отправился во Вриндаван и присоединился к Госвами. Чайтанья Чаритамрита рассказывается, как замечательно цитировал Джива Госвами шлоки из Бхагаватам. Одну шлоку он мог произнести на шести-семи тонах. Тональности, тонах. И слушатели были поражены всегда. Им очень нравилось слушать. И Рупа Госвами Санатана, Госвами Пад слушали, закрыв глаза, Харикатху. Чтение Бхагаватам Джива Госвами. Итак, Харидас Такур. Джива Госвами. В этом, то есть, вначале вот здесь перечисляется шесть Госвами, и Гопала Бхатта перечисляется, и Даса Рагунат. Итак, Харидас Такур, великий саду из Нимбарка Сампрадая, открыл Банки Бихари. Его баджан заключался в воспевании киртана и харинама. Утром и вечером он пел киртаны настолько прекрасно, что даже птицы на деревьях замирали. Когда он обнаружил Банки Бихари, он почти обезумел. Он заключил божество в объятия, но у него не было места, где бы он мог поклоняться божеству. Он жил в лесу. Where it is not possible.
То есть в лесу невозможно служить божеству. Тем не менее, как-то он приспособился и начал поклонение. И то есть его поклонение заключалось в пении для божества. Да? Порой он подносил пушпанджали, делал что-то необходимое, но больше всего он пел. И пел он так, что Банки Бихари хотел слушать вновь и вновь. Перед ним было божество Банки Бихари, а он пел. Бхагаван был очень доволен его пением. Сейчас я расскажу один случай. Тогда вы сможете понять, насколько возвышен был его баджан, который заключался в пении для божества. У него был ученик по имени Тансен. Он также был замечательным певцом, настолько замечательным, что даже царь Дели почитал его, уважал его и включил его имя в список лучших певцов и пандитов. То есть в то время были знатоки науки, знатоки какие-то продвинутые художники, продвинутые в танцах, браманы, которые лучшие браманы, кто могли проводить яги. То есть лучшие профессионалы. И то есть такого было правило. В королевстве назначались лучшие в своих отраслях. Которые окружали царя. И почти ежедневно царь слушал пение Тансена. Царя звали царь Акбар. Он сказал однажды: «Я хочу услышать, как поет твой гуру. Да, я могу попробовать устроить вашу встречу, но, как правило, он ни с кем не встречается. Он просто живет в лесу и поет для Бхагавана. Поэтому я не могу пообещать вам, что ваша встреча состоится». Тем не менее, давайте попробуем. Царь собрался, он оделся в простые одежды и втайне ото всех они пришли, подошли к баджан, месту, где совершал баджан Харидас Такур. Он остановил царя и сказал: «Позвольте мне, я проверю, чем занят Гурудев. Возможно, он погружен в какие-то бхавы». Когда Тансен приблизился, он увидел, что его учитель поет какую-то особую песню для божества. Но царь услышал это пение и сказал: «Давай не будем подходить, давай подождем и послушаем». И так они оба стояли в кустах и ждали, когда Харидас Такур закончит пение. Когда они услышали, как он поет для божества, царь обезумел. Он хотел побежать и припасть к лотосным стопам Харидас Такура. Но Тансен остановил его: «Не беспокой его». Акбар Бацар так и не смог подойти к нему, потому что он остался погружен в свои бхавы. Все, что удалось послушать его
несравненное пение. И он пел, он не для кого-то. Он имеется в виду, только божество могло слышать его пение. Он брал его в руки, брал на руки и пел для него. То есть он пел исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Господу и никому, кроме него. Когда Акбар Ватсар вернулся в Дели, он попросил Тансена: «Твой учитель — потрясающий певец. А, ты замечательный певец. Не мог бы ты также исполнить песню, как это делал твой учитель? Пожалуйста, спой ту же самую песню, которую мы слышали от твоего гуру». «Да, я могу попробовать», — сказал Тансен. Тансен начал. А Тансен был непревзойденный. Если я камень в воду засунул, то есть камни плавились из-за его пения. Настолько он был потрясающий певец. Когда осенью все листья с деревьев уже опали, Тансен начинал петь что-то о времени, о весне. Деревья, новые листья начинали расти на деревьях. Не думайте, что это сказки, это правда. Порой устраивали какие-то конкурсы, но... То есть, как проверки. Царь говорил: спой что-нибудь, чтобы камни начали плавиться. И он пел, и правда, камни плавились. А высохшие деревья начинали вновь зеленеть новыми листочками. То есть нам сложно представить, насколько могущественно, прекрасно было его пение. Итак, когда Тансен закончил исполнение песни, все в собрании слушали его пение, но он уже завершил пение, но 5, 6, 7 минут зависла пауза. Все молчали и просто продолжали переживать чувства, которые породило в них его пение. Потом через какое-то время они сказали, царь сказал: это потрясающе, но не так, как у твоего гуру Дева. То есть все равно это не так, как пел твой гуру Дев. И на это Тансен, сложив руки в поклоне, сказал: о царь, мой гуру Дев — великий преданный. Он поет исключительно ради того, чтобы доставить удовольствие Бхагавану, а я пою, чтобы доставить удовольствие тебе. Так как же я могу достичь его высот, если бы я... То есть, когда я делаю что-то для Бхагавана, если я говорю, рассказываю харикатху для Бхагавана, это харикатха становится на высшем уровне. Но если я рассказываю харикатху для того, чтобы удовлетворить вас, то она, соответственно, и не обладает такими качествами, как если бы это делать для Бхагавана. Итак, Прабхупад часто говорил, что до тех пор, пока мы привязаны к телу и тому, что с ним связано, мы не сможем повторять настоящий харинам. Итак, Банки Бихари был открыт. В конце концов, богатый человек возвел храм для божества. И сейчас все любят и знают Банки Бихари, все посещают храм Банки Бихари. Даже большинство людей, несмотря на то, что большинство людей не понимает, кто такие госвами,
они приходят к Банки Бихари, получают даршан, кушают его прасад и уходят, но ничего не зная о Госвами. И мы... То есть большинство людей там материалистичны. То есть они приезжают на машинах с кондиционером, покупают гирлянды, одевают, предлагают якобы божеству, а потом садятся назад в свои кондиционированные машины и отправляются дальше наслаждаться испражнениями. Такой вот, таков их Вриндаван Даршан. Завтра мы продолжим. Итак, помните о славе Вриндавана. Не забывайте о славе Госвами. Не забывайте о Браджаваси и Ананда Нандане Шри Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok